Здравствуй, изба. Двадцать пять километров сейчас по лесу на лыжах. Иду, собираю капы, сувели. Будем собирать также осиновую кору, нарвать еще, настругать. Короче, занимаемся промыслом в этот раз. Заготовкой материалов. Надо будет нам сейчас за этот день пройти до избы. К вечеру, наверное, дойдем. В избе уже заночуем. Погодка сегодня шикарная, ребята. Надеюсь, чего не добудем. Бензопилу у меня там спрятано. Я сюда завернул с путика посмотреть на избу, показать вам. Все, погнали. Дорога длинная. Вот что значит от города далеко, 25 километров. И сразу такая тишина. Одни самолеты только иногда летают. Идиллия, красота природы. Так что ладно, выдвигаемся в путь. Ну все. Сейчас я тебя наконец-таки добуду. Наверное. Вот такая вот шайба, друзья. Борода какая-то длинная стала, мешает уже. Хотел до пупа отращивать, сейчас уже не знаю. Ладно, ребята, обмоем нашу добычу чаечком. Ручку просили еще у меня сделать из коряги. Ручка есть. Надо будет еще поискать таких. Так-то интересно, на бане или на туалет. Вот. Еще вон маленький сувель вижу. Сейчас отпилим. Сегодня вообще клондайк. Еще дальше там пройти, там еще вроде дальше был. Посмотрим. Такой небольшой, но все равно пойдет. Интересненький. Вот такой вот, ребят. Небольшая конфетница получится. Печенюшница. Так, ладно. Малюсенький совсем. Ну, вообще-то можно спилить на сахарницу. Сольницу пойдет. Кто-то и сосенку обглодал, кору со всех сторон вокруг. Только смолы вытекло. Это явно не бобры. Хотя в том ролике, в прошлом, я говорил, что бобры не едят. Ну, валить они не валят почему-то, вот кожура схрумкана. Может, зайцы какие-нибудь или лоси грызут. Почему-то низко, возле самого этого. Возле самой земли только. Лоси бы повыше, наверное, грызли. Так что за те березы можете
не переживать, с которых я капу спилил. Они все равно обречены. Бобер тут. Все валят. Все с подряд. Так что до них тоже очередь дойдет скоро. Вот и чага. Такая вот натурпродукт. Хорошо здесь. Буранка есть. По буранке иду. Посмотрю, уже вечереть начинает. Надо в сторону избы двигаться потихоньку. Вон, кстати, чага вроде. Маленький кусок. Да, без буранки-то, конечно, тяжеловато ходить. Снег подтаял, тем более. Так, ну это на дорост ставим. Вон ту можно забрать. Сейчас попьем чаечку с баранками. Блин, какой-то хороший вирус поймал. Не хочет сдаваться. Температура так и не спадает, 37. Солнце, ребята, уже садится. Вон ночные облака подкатывают. Что-то мне кажется, что я не успею до избы дойти. Придется ночевать в лесу. Собаки. Охотники нами ходят. Я прошел километров 15, еще 10 километров. Это еще повезло, что буранка здесь идет. Если бы буранки не было, я вообще бы еще даже половину не прошел. Да, нормально, гуляем. Так-то погода хорошая. Чё, на улице было ноль, когда я уходил. Можно и переночевать в лесу, ничего страшного. Никто меня не съест тут. Все, выдохся. Слабак. Даже жрать хочу, капец уже. Два бублика за весь день съел. Сейчас буду, наверное, выбирать место для стоянки. Поесть, приготовить чего-нибудь. Хрен с ним. Заночуем в лесу. Здравствуй, изба. Все, ребята, я добрался до избы. Думал, не дойти будет. Вот, друзья, еще одно доказательство, что железная печка в избушке — это вещь.
чтобы я сейчас с кирпичной печкой сидел бы здесь, охранял бы ее тут час, пока она нагреется, два. Нормальная изба лесная должна быть железной печкой. Луна красивая сегодня. Придется немного еще померзнуть. С открытой дверью посидеть. Дверца новая, еще не обгорела. Запах присутствует. Сейчас она быстренько обгорит. Будем варить быструю похлебку. Некогда тут разваривать. Когда я в поход иду далеко куда-то, не беру особо с собой еду какую-то тяжелую. Ну вот БПшка, что она легонькая. Сосиски, баранки брал в этот раз, конфетки там. Чаек у меня таежный. Мята здесь и брусничный лист с метком. Все заправлено. Ой, вкуснятина. Нет, не зря я до избы все-таки дошел. Сейчас бы сидел где-то под кустом. На улице еще морозать. Татарина. Холодать начинает. После такого тяжелого пути прийти в избу, печку затопить, тепло, светло, горяченькое похлебать, это, конечно, дорогого стоит. Время 12 час уже. Сейчас чайку похлебаю, то спать буду, собираться ложиться. Ну все, наконец-таки разулся. Ой, хорошо как. Всем доброе утро. Сейчас еще здесь в округе похожу, чагу поищу, если нет, то все, уже буду выдвигаться. Да, кстати, друзья, эта неделя у меня была на панно. Свободное время акцент сделал, порезал панно. Сейчас увидите небольшой обзорчик.
Если что, для заказов ссылка в описании на Озон можно заказать. Есть подешевле, есть подороже, попроще. Там, кстати, нордишки заказали, надо будет что-то сделать. Туман такой стоит. Изморость. Нифига тут нету. Голяк полнейший. Сразу заметно, что ближе к цивилизации все, ни хрена нету. Вот, те места богатые. И чаги, и всем. Ролик, наверное, в этот раз коротенький будет. Какой есть. Рассусоливать тоже не вижу смысла там. Все, весной запахло. Сейчас скоро у нас начнется. Длинные ролики. Строительство. И рыбалка, и путешествие. Тогда вот поинтереснее будет. Хоть можно длинный сделать ролик. Чтобы было что посмотреть, а не так, что идешь там. Раз, чага. Срубил. Дальше идешь. О, чага. Срубил. Ничего интересного. Печка не дотопилась. Оставил дверцу открытой. И здесь, наверное, тоже до конца не буду закрывать. Вот так вот делаем. Припру просто вот так вот. Если я ухожу, обычно затыкаю трубу. Но сейчас, раз мне это не дотопилось. Всем рекомендую тоже либо трубу затыкать, либо оставлять в печке дверь открытой, когда уходите надолго. Потому что я много раз видел. Приходит человек в избу, там в тайге, а там птичка мертвая. Они залетают в трубу, а потом выбраться уже не знают как. Погибают там в печке. Так что вот так вот, друзья. Сегодня, кстати, чувствую, что температура прошла, походу, выздоровел. Я думал, наоборот, еще больше заболею. Чувствую состояние, нормально стало. Изба меня вылечила. Лес лечит. Спасибо, изба. В этот раз ты меня вообще выручила. Деревья хрустят. От морозов, походу, лопаются. Что, ладно, спасибо, избушка. Все, ребята, пошел я потихоньку выдвигаться сейчас. Путик подмерз, быстро долечу. Вот такой вот видеоролик в этот раз получился. Ну ладно, скоро, думаю, увидимся. Всем счастья, здоровья и до новых встреч.